What? Всем большой привет, канал Ворос для наших новичок. Ну что, первое включение Call of Duty Black Ops 4. Погнали, с колена, вперед. Даже настройки никакие не делал. Ну давайте посмотрим. Так, картиночка пока хорошечно, но не показываешь. Нажимать, не нажимать что-то. Сколько там? Почти 95 гигов. Загрузочка без редактирования, без ничего. Так, нажмите крестик, чтобы начать. Так, что здесь, больше ничего интересного не будет. Но пока быстро прям загрузилось, но я вот это и проверяю за минуту. Все, ну давайте, нажимаю подключение к сетевой службе, загрузка. Так, значит, надо было нажать, да, чтобы она загрузилась. Ну, давай, давай, пока все нормуль. Так, 2018 год, Activision Publishing, что-то INSE. Еще раз, это первое включение. Прям вот только включил и сразу начал записывать. Даже не смотрел, как, что будет, какое начало. Мы вместе первые. Ну, мы есть круть, Багросса для наших. Канал Новичок. Новичок канал Багросса. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся, комментируем, подсказываем. Ну, давай, грузись, посмотрим, что да к чему. Первое включение, интерфейсик посмотрим. Так, есть. Проверка файлов. Так, ну что? Я опять могу нажать, да? Ну, давайте. Нажимаю начать. Нет, не работает. Пока проверяются файлы. Там что-то за девчоночка висит. С автоматиком. Пока ничего не могу. Так, лицензия на соглашение. Ну, конечно, мы принимаем. Тра-та-та, следующая страница. А что там, следующая есть, что ли? А, да, что-то прям аж... Так, для приличия пролистываем. Понятное дело, что это никто не читает. Не примешь, тебе откажут. Так, добро пожаловать в Black Ops 4, да? Так, что здесь? Сетевая игра, затмение. Сетевая игра. Быстрые и динамичные сражения через интернет. Вы можете выбрать подходящего специалиста для любого стиля игры. Будь то агрессивное истребление противников или тактическая поддержка союзников. Затмение. Новейший режим Call of Duty Королевская битва во вселенной Black Ops. Имея в запасе одну жизнь, вы десантируетесь на карту и начинаете собирать комплект трофейного снаряжения. Можно сражаться в одиночку или в команде, но цель всегда одна – истребить всех врагов. Зомби. Зомби вернулись и стали еще разнообразнее, чем прежде. В каждом из эпизодов вы сможете играть за 4 уникальных героев. А к классической сюжетной линии эфир добавилась еще одна под названием «Хаос». Штаб специалистов. Зайдите в штаб, чтобы познакомиться со специалистами поближе. Используя систему боевого погружения, вы можете научиться играть за каждого специалиста перед тем, как вступать в сетевые сражения. Погнали дальше. Так, жесткие сцены. Ну что, конечно, включить. Игра Call of Duty Black Ops 4 содержит сцены виртуального насилия, которые могут вызвать у некоторых игроков неприятные ощущения. Не рекомендуется детям и людям с неустойчивой психикой. Включить пока жестких сцен, да. Конечно. Просмотр области отображения. Ну, я же говорил, первое включение. Все нормально, все чики-пуки. Так, яркость. Ну, давай я чуть поярче. А, даже соточку там, если что, переделаем. Погнали дальше. Так, все, я на месте, я в сети. Разделение экрана, добавьте контроль. О, еще разделение экрана есть, да? Так, что значит кинотеатр? Что такое кинотеатр? Что такое штаб специалистов? Давайте нажмем штаб специалистов. Так, добро пожаловать в штаб специалистов. В штабе вы можете ознакомиться с биографией специалистов. Так, мы это уже читали. Следующий раздел содержит жестокие сцены. Чтобы запретить их показ, вернитесь назад и пользуйтесь меню параметры. Так, погнали. Жестокие... Вы действительно хотите играть с облученным параметром жестокие сцены? Да. Все хорошо?
Мы хотели изменить мир к лучшему. Я сидела в лаборатории и кабинете. А Джессика, она рвалась в бой. С днем рождения, мама. У тебя доброе сердце, Люси. Как у матери. И это ее погубило. У них какая-то хрень. Они нас ждут явно по наводке. Уходим! Бейкер, отставить! Люси, ты увидишь лучший мир. Твоя мама... Она умерла за то, во что верила. Она была моей сестренкой. Как я по ней скучаю. Твоя мама была храброй. Вся в дедушку. До встречи. В лучшем мире. Такие деньги можно заработать только на трупах. Расслабься. Она что надо. Во что мы ввязываемся? С ее-то деньгами? Во все, о чем попросят. Это просто фантастика. Готовится к битве. Скорее к войне. Видеоимпульс. Переносной. Черт. Битвы и войны не мой масштаб. Я собрала вас здесь, чтобы изменить мир. А что конкретно? Так, ну что, мое любимое дело, которое мне понравилось, это дублированный перевод. Это уже да. Так, смотрим. Аякс. Зачистка районов. Рядовой. Новобранец. Пока не понимаю, что делать. Специалиста. Выберите специалиста, за которого вы можете... Хотите играть, да? Так, хорошо. Вот, допустим, я свой нажимаю. Ну-ка, специалиста нажал. Ага, вот они, да? Это я вот нажал специалисты. Здесь у нас выбор. Так, что у нее дается в снаряжении, да? Короче, их тоже прокачивать надо, я так понял. И читаем. Зачистка районов. Аякс. Прорывайте оборону противника, расчищайте путь для своей команды, используя баллистический щит и кластерные светозвуковые гранаты. Хорошо, и что? Так, Беттери. Подрывные работы. Применяя машину войны и кассетные гранаты, вы можете устраивать настоящий огненный дождь, способный быстро сравнять с землей позиции противника. Так, машина войны, арсенал. Не знаю, крэш, поддержка, ну это все, так, поддержка команды. Снабжайте своих товарищей боеприпасами и дополнительным здоровьем, тем самым ускоряя получение серии очков. При правильном применении ваши способности могут переломить ход боя. Так, что там дальше? Партизанская тактика. Номад. Создавайте проблемы противнику, расставляя сетевые мины в ключевых точках. Отправляйте верного боевого пса на поиски врагов, сумевших миновать ваши ловушки. Угу. Дистанционное вмешательство. Профет. Отыскивайте затаившиеся противника при помощи самоходных мин и щеек. И нейтрализуйте целые отряды высоковольтными разрядами винтовки буря. О, что-то интересное. Ну давайте посмотрим дальше. Разведка Рекон. Разведка – это сила. Держите свою команду в курсе дислокации противника, собирая разведданные при помощи сенсорных дротиков и видеоимпульса. Так. Прямое наступление. Руин. Возглавляйте атаки, используя преимущество скорости и маневренности, давая
ли давай ли наметом, что-то такое. Применяйте грави-удар для быстрого и эффективного уничтожения вражеских целей. Тактическая команда Сераф. Контролируйте ход сражения с помощью тактического маяка, позволяющего вашим товарищам быть в гуще событий. Ликвидируйте врагов точным выстрелом из мощного аннигилятора. Так. Перекрытие маршрутов торг. Так, возводите заграждение для укрепления позиций своего отряда и натягивайте колючую проволоку, чтобы подводить противника под перекрестный огонь. Подавитель Фарбрейк. Блокируйте доступ к стратегически важным позициям при помощи смертоносной радиации, излучаемой ядерным реактором и мощного огнемета-очиститель. В общем, пока я не знаю, честно говоря, что. Мне понравился вот Рекон и Профет. Отыскивает так, мины ищеек и нейтрализует целые отряды. Или нет, 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 Номад, давайте проблем противнику, расставляя сетевые мины. Нет, не он. А где тут про собаку-то было? При правильном применении снабжайте своих товарищей. Так, создавайте проблемы противнику. Так, отыскивайте из этой при помощи самоходных мин, нейтрализуйте целые отряды высоковольтными разрядами. Ну давайте тогда, знаете, давайте вот этот Рекон выбрал, да? И что он мне сразу показывает играть? Нет, подождите. Разведка. Это что? Сюжет. Раскройте сюжет Black Ops 4, открыв все видеоролики и аудиозаписи, да? Так, я что открыл? Вот этот мы посмотрели. Давайте посмотрим друг семьи. Начинаем погружение. Твой инструктор подключился. Его методы необычны и часто своеобразны. Но, если ты хочешь выжить... Надеюсь, ты по делу. Я же спал. Сержант Фрэнк Вудс? Хреново выглядишь. Ну, что, это выдумки, Мейсон. В реальности я очень... Вали отсюда! Я понял. Все потом. Так, как сказано, меня зовут Вудс. Типа друг семьи. Кто меня не знает, то все узнаете. И скоро. Ну что, будет так. Тебе дадут вооружение специального образца. Выбирай обучение, я за тебя возьмусь. И доведу до ума. Или ты такой крутой и рвешься в самое пекло. Ну ладно, бери боевое погружение и вперед, развлекайся с ботами. Ну, выбирай. Так и так, я тебя прикрою. Так, и все, что ли? Так, разведданные. Пока тут тишина, ничего нету. Разное. А разное, что это такое? О, тут еще контроль, что это? Контроль. Слушай сюда. Это зоны контроля. Ты их или атакуешь, или защищаешь. Атакующая команда выигрывает раунд, захватив все зоны. Чтобы захватить зону, нужно заполнить все сегменты. Ясно? Защитники, ваша задача защищать. Не дайте врагу захватить все зоны. Здесь все серьезно. Если в зоне захвачен сегмент, его нельзя отбить обратно. Не расслабляться, жизни тут ограничены у обеих команд. Когда раунд заканчивается, вы меняетесь ролями. Зоны обнуляются, и все сначала. Проще некуда. Ну понятно, это как бы все объясняют, да, что и как. Ну, давайте смотреть дальше. Превосходство! Захватить, контролировать и защищать три зоны на карте. Легко. Неважно, в каком порядке ты их захватишь. Главное, быстро. Чем больше в зоне союзников, тем быстрее пойдет захват. Захвати зону, удерживай, защищай. Чем дольше удержишь территорию, тем больше очков получит команда. Удерживай территорию любой ценой, но следи, чтобы твоя команда достигла лимита очков первой. Иначе какой смысл? Каждый за себя. Каждый за себя. У тебя нет друзей, боец, только враги. Убей их всех!
Следи за мини-картой. Кругом враги. Кто тупит, труп. Вот тебе два совета. Первый – убивай врагов, второй – убивай их почаще. Погнали! Набери нужный счет. Опорный пункт. Опорный пункт. Тут просто. Занимаешь опорный пункт, обороняешь, набираешь очки для команды. Хочешь выжить в опорном пункте – не дрейфь. Думай головой, найди удобное место и пользуйся снаряжением. Внимание! В ходе боя опорный пункт будет менять позицию. Привыкай или сдохни. Слушай, вот совет. Набери лимит очков первым. Поверь, не пожалеешь. Убийство подтверждено. Убийство подтверждено. Все просто. Убивай врагов и собирай их жетоны. Убийство подтверждено. Сколько нужно напарников, чтобы тут победить? Все нужны, потому что мы команда. Хочешь испортить врагу день? Забирай жетоны убитых напарников раньше, чем он. Тогда очков не дадут. Выпендрешь ни к чему. Главное, первым набрать долбанные очки. Найти и уничтожить. Найти и уничтожить. Одна команда ставит бомбы, другая их находит. Бабах! Потом наоборот. Атакующие получают очко за каждый взрыв. Или можно просто перебить другую команду и победить так. Защитники получают очко за каждую целую бомбу. Или можно просто перебить всех врагов. Да, имей в виду, у тебя всего одна жизнь. Не лезь на рожон. Еще раз. После каждого раунда вы меняетесь ролями и в бой. Найти и уничтожить. Командный бой. Командный бой. Думать тут нечего. Убивай врага и побыстрее. Вы живете и умираете, как одна команда. Прикрывай товарища, он прикроет тебя. Кто первым достигнет лимита очков, тот и победил. Численное превосходство. Прикольно. Ну что, посмотрели мы все ролики, да, сюжетные, как бы чуть-чуть что-то такое, что открыто, остальное все у нас закрыто. Так, что я хотел? Здесь я как бы Рекона выбрал разведку, пока еще не разобрался, будем разбираться вместе. Вот нажму-ка меню. Что тут меню? Черная дыра, о чем мне это ни о чем не говорит. Давайте посмотрим параметры. Тут какие-то, ведь черная дыра, кандидат бессмертный, это, наверное, будет, когда миссии там открываться. Так, параметры. Что по параметрам? Управление. У нас идет интерфейс, мы посмотрим, как, что здесь. Так, пока мне здесь ничего тоже не говорит. Так, изображение, яркость, режим для дальтоников, даже есть имена игроков. Разделение экрана есть, переключение между горизонтальным и вертикальным разделением экрана. Да, это, наверное, когда вдвоем там или что-то, я так понимаю, играть можно, еще не пробовал, но посмотрим. Так, звук, что там у нас, микс, текстовые системы, субтитры, давайте я включу субтитры. Так, включил, отлично. Громкость речи 10, громкость музыки. Так, все, пока ничего не трогаем. Посмотрим, как субтитры у нас. Английский звук отключен. Звуки на контроллере. Так, что еще? Сеть. Это нас тоже не интересует. Блокировка пока ничего не интересует. Фильтр. Содержание. Жестокие сцены включены. Мультяшные зомби отключены. Так, пользовательские материалы. Так, назад. Что здесь еще? Изображение. Вот что интересует. Яркость, режим для дальтоников. Именно так, подожди, а по отдельности мы же все это сделали. То есть можно было и вот так это делать. Да, хорошо. Чего-то у меня там наверху есть 200, он ЦП показывает. Хорошо. Так, это мы все посмотрели. Досье посмотрели, у нас играть. Но мы выйдем пока сюда. Штаб специалистов, кинотеатр. Что такое, теперь мы посмотрим кинотеатр. Так, боевое превосходство. Это сетевая игра или как? Или это не имеет... Нет, видите, я пока еще не пойму, что это такое боевое превосходство. Игры в лиге, рейс отчаяния, черный рынок, магазин. Давайте, зомби, затмение, мировая лига.
Ежедневный пропуск этапа выдается за первую победу. Так, сетевой. Пока меня сетевая игра не интересует, меня интересует, давайте, кинотеатр. Что это? Так, затмение. Так, пока здесь тоже ничего не пойму, что это такое. Ладно, давай еще раз меню показывает. Неофит, что-то вот это вот надо будет открывать. Хорошо, кинотеатр тоже мне ни о чем. Локальная игра. Так, вот, да. То же самое пока все. Вот интернет, что такое интернет? Все пока закрыто. Что такое интернет? Нажал, вот оно, что загрузилось, непонятно что. Давайте еще раз локальную игру нажму. Поиск игр, да, вот такая какая-то хрень есть. Тоже пока не понимаю, что это такое, с чем это едят. Так, нажмите, чтобы начать. Нажимаю. Так, ладно, давайте, штаб специалистов, да, мы нажали, и давайте посмотрим, что это такое. Вроде меню все, что такое сообщество, вот, зашел еще друзья, недавние. Так, что тут, это которые есть друзья, грубо говоря, да. Статус, новобранец, один у меня что-то, ладно, неважно, как играть я еще. Так, давайте еще посмотрим, что такое черный рынок. Смотри, пришел заценить мои новинки. Так, спасибо, что играете в нашу игру. Качество благодарности вам доступна бесплатная взятка. Взятка с выбором оружия. Получите ее прямо сейчас. Давайте. Хотим взяточку. А, держать надо крестик. Да. Бесплатно. Это нам уже бесплатно, да? Далее. Новые предложения появляются по окончании отчета или после покупки. Так, я не знаю. Это мне что-то после окончания. А, это... Вот у меня бесплатная только. Ну, конечно, возьмем. В смысле, ультра? Так, подождите, ребята, а как тут? Так, выбор. Выбор. Я что люблю? Я люблю, конечно, снайперские винтовочки, всякого такую лабаду. Лубуду. Дуду. Но я пока не понимаю, что это. Дробовик, дробовик, пистолет. Ручной пулемет. А что здесь лучше будет, я пока не знаю. Так, вот, эксклюзивное, смотрите, да, ультра, эксклюзивное оружие. А как, вот я случайно нарвался, или оно тут все ультра, все ультра. Так, ну давайте почитаем про снайперскую винтовочку. С продольным скользящим затвором, повышенное удобство, гарантированное убийство цели с одного попадания в голову или грудь. Эксклюзивный вариант, дающий плюс 25% опыта за каждое убийство, да. Кошка, ладно, ручной пулемет. Так, так, это что? Тактическая винтовка. Ну, пока я даже не знаю, что взять. И вообще, дадут мне ли это? Так, пока смотрим. Винтовки, пистолеты, мастерство. Так, вот это что такое? Бандит, внешний вид, обновиться. Так, где я тут? О, почти наш коллаж, да? Мастерство, внешний вид, обновится, когда вы наберете 5 и 10 UB. Штурмовая винтовка. Хорошо. Так, вот это что? Снайперская винтовка, полуавтоматическая снайперская винтовка, высокая огневая мощь, перезарядка вручную, гарантированное убийство цели с первого попадания в грудь. Удержите во время прицеливания для стабилизации оружия. Так, пока мне кошка понравилась. Снайперская винтовка с продольным скользящим. Высокая огневая мощь, повышенное удобство, гарантированное... Убийство, так, одно и то же. Удерживайте во время прицела для стабилизации оружия. Так, тактический винтов. Вот, снайперская винтовка. Вендетта, полуавтоматик. Вот, полуавтоматическая. Лучшая скорострельность в своем классе. Большой боезапас. Убийство больших... Ства цели с трех попаданий или с одного попадания в голову. Удерживайте. Так, смотрите, вот это уже полуавтоматическая, да? И большой боезапас. Ну, это как-то уже радует. Так, еще раз я сейчас перейду к кошечке. Почитаю, дадут мне ли ее в HP. Давай, давай, вниз. Вот она, да, кошка. Снайперская с продольной скользящим. Повышенным гарантированно. Так, голову. Но вот здесь что-то только интересное. Дающий опыт за каждое убийство. Ну, давайте попробую. Получить бесплатную взятку. Вот это. Ну что? Берем. Я как раз получил новую поставку. Есть. И пускай тебе все завидуют. Так, 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 подождите, у меня пока
Открыть что? Получить. А, еще я могу получить. Угу. Это радует. Так, локус какие-то пошли. Полуавтоматическая, высокая огневая мощь, перезарядка вручную. Подождите, ну мне ж кошки уже нету. 48 предметов. Вот, вот это у меня есть. Ага, ага. Так. Ну, ребята, я даже не знаю, брать где с опытом, как вы думаете? Так, автоматическая штурмовая винтовка, сбалансированные характеристики, достойная огневая мощь. Вот теперь я уже не знаю, я теперь просто смотрю, где бонусы есть, нет. Автоматическая штурмовая винтовка, самый большой боезапас в своем классе, увеличен урон, стреляет из двух стволов. У-у-у. Блин, это все читать надо сейчас, чтобы зря не взять. Потому что я даже не знаю, сколько я могу взять. Хвостокол какой-то, Авелина. Надо было посмотреть где-то. Локус, это снайпер. Ну, снайперская мне уже так не нужна. Это что такое? Боевое холодное оружие излучает темную энергию смерти, размывающий границы реальности. Ну, это какой-то... Так, баллистический нож, стреляющий нож с пружинным механизмом может применяться как рукопашно, так и в качестве метательного ножа. Дробовик. Я вот смотрю, такие всякие вещи интересные. Мастерство КН. Внешний вид обновится, когда вы наберете 5 или 10 убийств. Что это такое, пока тоже не могу понять. Интересно, можно будет потом это все дело поменять? Так, это что вообще такое непонятно? Полуавтоматический дробовик. Высокая огневая мощь на ближних дистанциях. Уменьшена отдача при стрельбе из бедра. Так, эксклюзивный дающий. Вот тоже, видите как? Эксклюзивный вариант, дающий 25% за каждое убийство. Включает мастерство бабахалка и реактивный камуфляж. Дробовик, вот, видите? А, и вот тоже дает 25% за каждое убийство. Автоматическая штурмовая винтовка. А тут вот эксклюзивная, видите меня? А, беру. О, а это что такое? Цена. А, так они мне больше не дают ничего. Обменять 50, а у меня 0. Комплект. А, так все, мне только одно дали, что ли? Чего вы так голову мне морочите? Видите? Все. Обменять или цена 2400, а у меня всего 200. Ну все, голову тогда мне не еб. Парти. Так, это что такое вообще? У меня не камера хранит. Подожди. Забирай свои вещички. Ты кто? Чувак. Не трать мое время. Ты кто, я чувак? Я вообще не знаю, кто ты. У меня этими коробками уже весь склад забит. Нажмите предпосмотр взяток. А, вот оно как можно было сделать. Прикольно. Но пока это мне ни о чем не говорит. Контрабанда, что тут? Снова магазин Блэкджека. Так, 1400-100. Что это такое? Предметы из запасного... Так, Блэкджека, что-то тут 2400. Мне неинтересно. Вот это что такое? Коробки. Не этих нажимается. Коробок тут на целую армию хватит. Да?
Содержит один эксклюзивный предмет из запаса Блэкджека. Чтобы получить коробки, сражайтесь в сетевой игре. Угу. Вот это что такое? 5. Содержит 3 эксклюзивных коробки из запасов бюджета. О-о-о. Так, а что, я могу открыть? А давай откроем. Ну, приступим. И что? Мне что-то надо выбрать? Если уж и это тебе не поможет, значит, дело безнадежное. Открываем. Я пока ничего не пойму, что я делаю. Тактическая винтовка. Хочу такую же. Ну. Ящик без дубликатов. Что я делаю? Не пойму. Здесь ничего не перестает. Ни покраска, ничего, ни... Так, клёвый арбуз, этот амулет можно установить на следующее оружие. Ладно, открываем. Это, наверное, было все. Там же 3 было показано. Редкие, что, ничего боевая... удивительного. Я же говорил, у меня лучший товар. Ну, и чё мне, как мне брать? Содержит 3 предмета без дубликатов и из запасов Блэкджека. И чё? Это остановится что сегодня? Еще? Наклейка. Все. Походу все, 3 ящика было. Ладно. Видите, 0 ящиков. И здесь 0. А тут вот было 3. Хорошо. Так, это что такое? Скидка 50%. То есть я могу потратить, но пока я не буду тратить, потому что я не знаю. Здесь что, ящик с выбранными вами оружием из запаса Блэкджека также. Так, ладно, неинтересно. Так, вот это что такое? Хороший улов, легендарный оружейный амулет. Этот амулет можно прицепить к любому оружию. Так, это что? Титан. Уровни покупок. Пока я тоже не могу понять, что, ребята, раз у нас это идет. Приобрести, вот внизу написано очки КОД, да? Код КД. Это что? Меню снаряжения. Так, история предмета, особые приказы. Так, это что, сегодня? Это уже мое, да, получается? Угу. Так, это все мое. Это все мое. Ладно, подождите, подождите. Контрабанда меня интересует. Что-то я здесь залез. Хотел что-то взять или не взять. А, вот, внизу я хотел приобрести очки КОД. Вот. Значит, приобрести очки. А, вот, покупайте за денежки, на Алик берите и в PlayStation Store покупайте. До свидания, спокойной ночи. Ладно, хочу я еще что посмотреть. Значит, я пока не понял, как начать игру. На этом, наверное, остановимся. Все, все мы просмотрели по интерфейсу, все дела. Так, магазин, черный рынок, да, вот в магазине мы же тоже были. Но это актуально, это сейчас вот туда нас, вот последнее, где мы не были, вот. До чего мы дошли? Набор карт, наборы зомби, Gold War дополнительно. Угу. Все. И вот на черном рынке мы. Время, и я не буду тратить твое. Здесь побывали. Все. В общем, я потом перейду вот так вот в штаб специалистов. Так, меню. Так, что-то у меня ничего не нажимается. Угу, загрузилось. И я нажму потом играть. С этого момента и начнем. Дайте-ка я опять выйду. Нет, не буду я выходить, если честно. О, а что это у меня стало? Я не хочу вот эту фигню. Как Ghost Recon Breakpoint, да? Я хочу назад. Так, ага, откуда она у меня появилась? У меня аж не было. Мне и так было нормально. А, вот она, видите, может появиться. А можете просто крестиком переключать. Ну, тоже прикольно. Сейчас я нажму меню. Все. В общем, здесь ничего не изменилось. Вот. Идентификация, испытания, параметры. Так, идентификация, это куда? Вот, эмблемы, да? Ну-ка я нажму на эмблемку. Оказывается, эмблемку и визитки можно поменять, я так думаю. Ну-ка, нажимаю. Так, новое. Угу, все, я посмотрел. Так, то есть вот это я могу поменять вот. Ну, давайте попробуем. Эмблема. Ну-ка, если я возьму черепок. Ага, а я не хотел. Я не хотел черепок. Я ж просто хотел показать. Блин, редактор. А, кстати, редактор. Давайте визитки посмотрим. Видите, новая. Всякая хрень. Для чего оно мне надо, правда, я пока не знаю. Ну, сейчас вон тех 4 типов поставлю. Вот так они выглядят. Так они тут называются. 49 будет их. Вот там открытые, закрытые.
Так, общее. Так, сейчас зайду в общее еще. Что это такое? Так, давайте вот этих типков поставлю. Так, потом... Общее. Что-то я пропустил. Видите, меточка еще не ушла. Ага, вот, последняя новая. Вот, все, метка ушла. Так, есть. Теперь... Ну, как мне вот это обратно? Мне тот больше нравилось. Честно вам скажу. Так, редактор эмблем. Так, а как тут чего? Пока не понимаю. Так, сменить наклейку. Поместить в ячейку. Готово, да? Бляха-муха, покрасочная. Так, короче, это здесь, походу, можно оружие красить, да? Так, пистолеты, пулеметы. Так, а что это? А, это выбор оружия. А, это покрасочное. Я здесь могу выбрать оружие и, походу, красить, что-то делать. Так, хорошо. Тактическая. Новинка, аксессуар. Ну, я сильно покрасками не люблю заниматься. Я люблю естественный цвет. Так, метка клана. Пока не делается. Так, метка... Ага. Подождите, подождите. Я не хочу... ничего здесь делать. Так, вышел с метки клана. Идентификация. Опять эмблема мне нажалась почему-то. А как я должен как-то сделать ее, выбрать? Видите? А, вот, наклейки. Набор наклеек. Это что такое? Вот новое появилось. Нафиг. Мне эти наклейки, честно говоря, ну, не нужны. По умолчанию. О, по умолчанию. Во, по умолчанию я обратно вот этот поставлю. Хотя, вот этот тоже так хорошечный. Ну, давайте вот этого поставлю. Во. Ну, как-то так, да? Более или менее. Так, параметры, все, ничего не интересно. Так, вот так вот мы зашли, да? Ну и все. Вон у меня все, меточка появилась в правом верхнем углу. Разделение экрана, контроллер. Все, я ушел на специалистов. Отсюда и начнем. Ну, давайте, всем удачи, хорошего настроения. Это у нас как было первое включение. С колена все вместе с вами. Первый раз включили, просмотрели интерфейс. Пока еще не разобрался полностью, что да как к чему. Вот отсюда и начнем все. Пока-пока, увидимся, услышимся. Канал Багрусов для наших, новичок. Подписываемся, ставим лайки, подсказываем, комментируем. Всем отвечаю на ваши вопросы, ответы, т.д. и т.п. к нему прилегающие. Пока-пока. Чао.